Тут совсем недавно нашлись достойные люди, получающие достойную заработную плату, по мнению россиян. Ну-ка. Врачи. Яху. А есть, друзья, еще и стримы для взрослых. И там совсем другие деньги. Любой депутат, он, проводя такие приемы, он как санитар леса. Вам что досталось? Но я тогда был председателем, мне приходилось... Досталось все. Да все. Как же давно это было.